сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога, скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Да еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, а как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, вы, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Там все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукурекал, сержант подымет, как человеком. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.